Изобилие продуктов на прилавках магазинов в современном мире вовсе не означает, что у людей есть выбор. Зачастую купить качественное и вкусное, экологически чистое мясо – проблема. Все больше людей стараются выбрать фермерские продукты, потому что вкусовые характеристики значительно отличаются от фабричных продуктов. Крестьянское фермерское хозяйство «Виктория» находится в Спасском районе, и здесь выработан особый подход к выращиванию птицы. Натуральные корма, отдаленность от промышленных районов – все это дает результат, лучшей оценкой которого являются отзывы покупателей. Во-первых, я уже эту птицу покупала, да, я знаю ее качестве. Мне птица очень понравилась, да. Сейчас я взяла еще до Нового года будет один праздник. Мы используем этого гуся, обязательно приготовим как-нибудь по-фирменному. А на Новый год, возможно, я возьму индейку. Там же индейки еще есть. Качество продукции замечательное, я рекомендую покупать в этом магазине. Доступные цены – еще один немаловажный фактор в современном мире, когда цены на продукты растут. Достичь такой ценовой политики фермерам Виктории удалось благодаря целому комплексу мер. Из цепочки фермер-покупатель исключены посредники, сами фермеры непосредственно занимаются реализацией. В нашем фирменном павильоне на Первомайском проспекте вы всегда сможете купить мясо индейки и гуся. Индейки, например, у нас от 280 рублей за килограмм, гусь от 300 рублей за килограмм. Всегда качественная, добротная и свежая продукция. Приходите к нам на рынок. В преддверии Нового года и Рождества открывшийся на Первомайском рынке павильон с фирменной продукцией хозяйства «Виктория» – настоящий подарок для рязанцев. Всегда свежее мясо, индейки и гуся по выгодной цене прямо к праздничному столу. Теперь можно приобрести здесь.